Шо, ребятушки, время 6:30 вечера. Гошан, ты чё там умастился, а? Да ещё ж не Рождество, мы ж с тобой ещё не бухали. Я ж тебя домой привезла, чтоб покупать, а ты шо? Нахрюкался уже? Не? Садишься в зрительный зал? Будешь за мной наблюдать, ну идём. В зрительный зал. Выбирай место. Да, не мать. Нашел Гошан себе место возле Жаботинского. Ну, пристраивайся. Будем сейчас что-то мудрувать. А что мы будем мудрувать, я и сама не знаю. Короче, заехала до Ростика, он говорит, Буля, сделай тот тортик, который ты делала, кокосовый, но это было 100 лет назад. Я говорю, нет, так неинтересно. Видите, какая у меня приспособа. Я говорю, так неинтересно. Тот мы уже делали. А мы сейчас сделаем что-то новое. Ну, это ж вы поняли, это крышка. Чтобы она просто стояла, я ее так вот поставила. Я хочу сделать снежный ком. Коротко, ясно. Я уже мудровала, мудровала. Мне, короче, надо вот это покрыть все снегом. Помните, мы делали наши такие маленькие пирожные? Там они же были маленькие. Там можно было их чем-то заложить, засыпать. А тут мне надо, чтобы у меня мои сливки с желатином застыли в правильной форме. Я уже думала сюда обложить мяч, целлофаном засунуть, не получается. Начала пробовать миска, получается, что она короткая. И, в общем, я нашла, есть у меня такая тарелка, вот такая красивая красота. Мы эту тарелку сюда поставим и под нее аккуратно зальем взбитые сливки с сахаром, желатином, с ванилькой. И образуем такой снежный ком. Потом мы эту тарелочку вытащим и заложим все тортом. Как вам моя идейка? Сама не знаю, что получится, потому что вверху она получится тонкостенная. Видите, тут идет соприкосновение. Но отступать мы не привыкли, так что давайте, ребята, что-то мудровать. Ну, сначала целлофаним все, чтобы оно у нас не прилипало, так сказать. Момент. Я взяла пол-литра сливок, я взяла граммом, ну так, 150 сахара. Лучше, конечно, было бы, чтобы это была пудра, но не купила я пудру. Так что, будет сахар. Высыпаю сюда пакетик ванильного сахара. Так, уже зашла в магазин, думаю, господи, хоть бы вместо завтрака какого-то кошачьего корма себе не купить, потому что ну, такая уставшая. Вот иду уже. Ни прилавков, ни фига не вижу. Так что белый шоколад, я думаю, понадобится для украшения. Может и не понадобится. И купила кукурузный крахмал. Он нам понадобится для крема. Так что всего у нас уйдет литр сливок. Если у кого-то есть домашняя сметана, у меня ее, к сожалению, нема. В русский магазин я не заехала. Так что, ребята, я сейчас пока все вот это вот взбиваю. А, взбиваю. А где наш желатинчик? Вот я купила такой листевой желатинчик. Сейчас я его замочу. Тут у меня 12 граммов. Ну, можно было чуток больше взять. Можно было грамм 15. Ну, думаю, что и 12 нам будет достаточно. Поэтому сейчас мы его быстренько в водичке замочим. И пока у нас тут будет все это дело взбиваться, он как раз чуть-чуть намокнет, и мы его в микроволновочке
раз-раз и доведем до ума. Немножко разделим. Вот так вот. Все, взбиваю без вас. Потому что будет много шума. Вы мне верите? Верьте, верьте. Ну, як не на слово, так хоть так. Сейчас у меня вся будет кухня в сливках. Что Лилёк умеет. Дома заниматься кухонными делами, на работе. У нас это лучше получается, поэтому не будем смешить курей. Взбиваю я сливки. Потом покажу. Ну, а потом, естественно, тоненькой струечкой я валю туда наш расставший желатинчик. Сливки должны быть холодные, вы это знаете, да? Перебивать сливки нам нельзя. Начинаем взбивать до появления пузырьков, потом потихонечку добавляем сахар. Или если у вас есть пудра, припудрите его, и все у вас будет замечательно. Надо быстро, потому что еще ж надо основу торта печь. Но основу я могу, в принципе, и завтра сделать. В общем, не знаю сейчас, как получится. Крем. Ну, крем быстро варится. Кофейной машинки у меня нет, чтобы его так вжик и вжикнуть. Придется на газу мешать. Ну, и сам торт делается очень быстро. Ну, в общем, сейчас мы с вами что-то сообразим. Поехали. По форме. Ну или попытаемся во всяком случае выдавить. Что у нас за снежный ком получится, я не знаю. Эксперимент чистой воды, но захотелось мне снежного кома. Едем дальше. 100 грамм сахара и опять пакетик ванильки. 300 грамм муки. Быстренько пересеяли. И 200 грамм сливочного масла. Желательно холодного-холодного. Можно даже замороженного. Просеваю я мукичку. У меня это будет долгая история, потому что у меня ситечко не такое, как у всех. Особенное. Ладно, решила я вас не дразнить. Взяла такое, как у всех. Оно у меня просто старенькое. Дряхленькое. Некрасивое. Ну, бог. Итак, 300 грамм муки и 100 грамм сахара. Быстренько смешали. И начинаем делать крошку. Берем нашу терочку-дерочку. И погнали. Пришлось, ребята, взять мисочку побольше, а то мои культяпки в маленькую мисочку не помещались. Вот так вот мы натерли. И теперь ручками мы эту крошечку трем. Не расстраивайтесь, у кого нет электрической духовки. У кого есть мультиварочка, у кого есть сковородочка, у кого что есть.
просто на него бросайте. И эту крошку можно пожарить. Я над этой крошкой стоять не буду. Я ее сейчас засуну в духовку. 180 градусов минут 20. Если на сковородке, смотрите, чтобы не пригорело. Чтоб не получилось, как наши пиццы в баре. Будет дуже смачно. Вот такая у нас чудесная крошечка получается. Главное тесто не согревать руками. Вот так. Как бы к нему прикасаешься, и в то же время... Не, ребятки, вы поняли? Такое дело. Ребятки, вы поняли? Закон подлости. Одна из моих любимых духовок сгорела. Придется пользоваться второй. А у нее только верхняя тена, нижняя нет. Ну ничего. Вы Степаниду видите? Она крем попробовала. Сказала, что вкусный. Но, говорит, в следующий раз ты кремом не плюйся. А то, говорит, ты мне весь харсончик заплевал. Я говорю, так радуйся. Гоша на диване сидит, вообще ничего не попал. Итак, наша задача распределить нашу крошку по противню и довести ее до золотого цвета. Так что вперед. Ребятки, крошки оказалось так много, что она у меня вся в духовочку не поместилась. Оп. Стоять. Так что частично крошки мы положили на сковородку. Если у вас мультиварочка, ставьте на режим жарки и помешивайте. Не хотела, но пришлось. Составных торта очень много получилось. Ой. Мешаем. Уже крем варила. А так приходится крошку месить. Ну, короче, золотим крошку. Так вот, что я вам хочу сказать, ребятки. Та крошка, которая была на сковородке, вот она уже готова. Которая в духовке, я еще за ней слежу. Ну, прошло минут 8. Вот она только начала румяниться. Ну, духовка у меня галимая. Видите, только сверху нагрев. Ну, сейчас я уже вытащу. Все. А в крошку оно рассыпется. Сейчас оно кажется сплошным слоем. Но не тут-то было. У нас крошка. Можно орехи добавить. У меня орехов нет. Так, ну вот такая чуть-чуть более бледная крошка получилась. Не пытайтесь пробовать горячую крошку. Она очень обжигающая. Что тут масло растопленное, вы сами понимаете. Теперь по быстрячку берем. 3 яичка, 150 грамм сахара, пакетик ванильного сахара, 2 ложечки кукурузного крахмала и пол-литра сливок. И завариваем заварной кремчик. Ждем вас, ой, ночь, нет, не ночь, мой, спит,
Чуть светлее, вторая чуть темнее. Ребята, калорий не сосчитать. Не описать никакими словами. Наш крем. Был бы это просто торт, я бы уже поставила кольцо и его перемазала. Но вы же помните, что у нас снежный ком. А он у нас может растаять. Поэтому нам надо, чтобы вот эта фиговинка остыла. Это уже остыло. Это уже можно пробовать. Лучше не пробовать. Ой, сколько калорий. А еще сегодня, кстати, не ела ничего. Да, кстати. Сейчас перекусим. Это мы вынесем на балкончик. Пусть остывает. И потом будем пробовать собирать наш снежный ком. Ну что, ребятки, вам интересно? Мне, кажется, тоже. Выйдет наша мисочка. Че не выйдет? Порвет он наш снежный ком. Чи не порвет? Мисочку можно согреть феном и легко вытащить, да? Но снежный ком растает. Поэтому аккуратненько. Мы ее пытаемся оторвать. Не дышите. Ой, ну не получится снежный ком. Будем кушать панеттон. Это ж, вы ж понимаете. Это ж мы что-то решили придумать. Сами не знаем, что. Так. Ну, что ты там освобождаешься? Чи не сильно? Освободилась. Так, есть такое дельце, ребятки, и теперь нам это дельце надо начинить. Тут, смотрю, у меня немножко снега осталось, но пусть он остается, но нам еще пригодится. И сейчас мы возьмем лопаточку, и мы его чуть-чуть, если сможем, дотянем то, что у нас сразу не дотянулось до верха. Угу. Просто здесь у выхода у нас очень тонкие стеночки, поэтому мы их как бы вытягиваю, как бы уплотняю. Сейчас я его еще в холодильничек поставлю уже без тарелочки. Пусть оно еще чуть-чуть подзастынет. Я думаю, у нас что-то получится. А не получится, расстраиваться не будем, ребят. Кто не пробует, тот не пьет шампанского и не встречает Новый год. Вот так вот. Ну что? Как он? Нормалек. Давайте попробуем. Бомба. Так. Дальше в холодильничек. Продолжим. Уже лег так. Яблочко съела. На комментарии вам ответила. Уже глаза уже вот-вот-вот закроются сами по себе. Ой! Аж холодно стало. Морозы настали. Так. Кремчик расколомкуцаем. Ждала просто, пока крем чуть-чуть застынет. Он застыл. Масло только чуть-чуть сверху. Смотрю. Осталось. Так. Вы все равно не видите. Так что, выбачайте. Ох, сейчас
закокошаю свою скатерть красивую. Так, смотрите, беру-ка я в снежный ком, насыпаю чего? Крошки. Крошечка, хаврошечка. Ребята, не надо было мне морочить голову, надо было просто купить печенье. Самое обычное печенье, смолоть его, блендануть. Ну, знаете, захотелось повыдергиваться. Ну, короче, вы меня поняли, я вас тоже. И берем кремчик. Не жалея. Раз, два. Вы же знаете, что по крошке оно будет сейчас кататься, а мы же ему не позволим. Мы же его все равно размазюкаем. Так, дальше, второй слой крошки, а если нам не хватит, мы себя конику взял, елки-палки, вот если не хватит нам крошки, на вот эти вот рожки-ножки, захотелось слегка снежного комочка. А, давно ты с горки на сумках не ездила, да? Ну тоже, так. Только кухню поубирала от всего. Сейчас еще тут накрошим, так сказать, на ночь глядь. Так. Ну что, как он ложится? Посмотрим, как оно будет выкладываться с этой тарелки. Это, кстати, не я вас выключаю, это телефон сам. Ребята, знаете что? А мне крошки не хватит. Завтра будет продолжение следовать, потому что сегодня либо пойдем спать. Но завтра я уже сюда не крошку засуну, а сделаю бисквитную основу. А почему бы и нет? На чем же это должен держаться наш тортик? Так спать хочу, аж руки посынило. Съела всего одно яблоко. Вот такая я клава, ребята, за целый день. Не утром что-то там перекусила. Ну, в общем, вы поняли. Сейчас мы это накроем пленочкой опять. Впритык выкладываем весь крем. Вымазываем. Вылизываем. Надо. Так, ты ж стой, ты ж в миске стоишь. Так, и вот так вот мы его сейчас раз. Ну, был бы это маленький тортик, мне бы хватило. Потому что это где-то, ну, как вам сказать, ну, для формы сантиметров 20. Считайте, что тут 3 миллиона калорий, поэтому больше этого торта и не надо. Ну, так как это у нас будет большая семья, дружное застолье, нам можно и больше. Поэтому, если мы вот эту часть добавим бисквитиком, никто нас за это не накажет. Правильно? Можно я кремчика полежу? А? Вы все равно не видите. Вы балдеж. Завтра уже крем будет на молоке. Шо? Не будем мы изощряться со сливками. Ой. Ну, все, последняя ложечка и пошла я спать. Свинота ты, делёк, свинота. Стоишь тут, людей соблазняешь. На Олимпиаду. Ну, кому на ночь, а кто и с утра смотрит. Так что ты уж не обессудьте. Так, все. Сейчас мы накрываем это. Ебу руки по сыну. Вот это так спать хочется. Все, накрываю и пошла я спать. Ребятки, вы не поверите. Чудеса случаются. Сегодня Рождество. Вы помните, у меня вчера не работала духовка? У меня вон их две стоит. Так вот, которая не работала, сегодня заработала. Ура! Лилёк быстренько вскочила с кровати. Я еще даже не умывалась.
Быстренько испечем наш торт, быстренько сделаем наш крем, чтобы это все остыло. Я уже посмотрела в холодильнике, он стоит красавчик. Ничего ему не случилось. Так что по 2 яйца, по 150 грамм сахара, что для крема, что для... Ну, уже у меня будет крем на молочке. Все, сейчас рыхлитель, мука, порошок, капелька растительного масла. Это в торт. А молочко и 2 ложечки кукурузного крахмала, это в крем. Все, погнали. Погнали, погнали. У меня даже разъемной формы не оказалось. Я же на работу все позабирала. Поэтому форму мукичкой посыпала, смазала. Работаем. Пробуем. Ах ты ж вкусняшка. С утра пораньше. Разве можно вот это соблазнять людей? Нельзя. Выкладываем наш низ. Просто-напросто мы этот тортик сейчас выравниваем. Даем ему чуть-чуть призастыть. Открываем пленочку и ложим на блюдо. Вот и все дела. Выравниваем. Сейчас мы какую-то мисочку возьмем сразу, чтобы она туда у нас в ухе поместилась. И в холодильничек, потому что крем у нас еще чуток тепленький. Все, вот теперь. Эх, полна коробушка. Есть в ней и молоко, и сливки, и полно всего добра. Слушаю папаяни, режу оливье. Гляньте. Что это такое? Лето продолжается. Идем, выйдем на балкон. Вы гляньте, какая у нас погода чудесная. Это у нас рождественский день. Рождество сегодня. Гляньте, какое небо голубое. А? Красотень какая. Вау, 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 вау. Легкий ветерок. Легкий такой. Ну, градусов 7-8. Ну, солнышко. В обед будет то, что надо. Все, летим, заканчиваем нашу резню. Ребятки,
Промудохалась. То оливье, то одно, то другое, то стирка, то уборка. Короче. Короче. Где наш тортик? Генеральная примерка торта. Плавно опустился на тарелочку. Цыганочка с выходом. Я, конечно, пленочку снимать не буду, но сам снежный ком вам покажу. Вот он, красавчик. Вот он. Вот он. Не знаю, буду посыпать я сухарики, не буду. Я их размяла. Возможно, я их вот так вот на тарелочку положу. Посмотрим. В общем, факт тот, что тортик получился отлично. Поэтому мы его накрываем. Потом, после Рождества, я кусочек отрежу. И дома мы уже с вами его попробуем. Потому что, сами понимаете. Все на скорую руку. Хи-хи-ха-ха. Хи-хи-ха-ха. Получилось, не получилось. Гости нам правду скажут. Не переживайте. У нас, если плохое, кушать не будут. Я их знаю. Так что все, ребятки, вы видите. В чем мать не родила, в чем сама оделась. Короче, Лёг готовится, бы уже 11 часов, а у нас, ну, где-то в 12:30 уже обед. Всем счастливого Рождества, ребята. Целую, люблю, как говорит Игорек. До скорой встречи.